Путь развития Центра профессиональной подготовки поистине тернист. Два раза он менял место прописки. Видно, он приехал только в 1965 году. Время шло, сменялись руководители, но неизменным оставалось одно. Все эти годы Центр вносит огромный вклад в дело подготовки сотрудников органов внутренних дел. Они встают на защиту своей родины, своей семьи. Это наш защитный щит. Поэтому, насколько они будут подготовлены здесь, настолько мы будем защищены в мирной жизни. Полицейский должен быть отважным, доблестным и честным, отзывчивым и внимательным. Поэтому обучение этой профессии – дело важное. Я считаю, что очень важно уделять большое внимание воспитанию молодежи. Особенно, когда это касается курсантов учебного центра ГУВД. Потому что то, как воспитают этих ребят сегодня, такой наша полиция будет завтра. И если это будут достойные полицейские, они будут действительно нести службу, и граждане России, граждане нашего города будут спокойны за свою жизнь. В воспитании молодежи огромная роль также отводится ветеранам МВД. На примере их мужества и стойкости воспитывается молодое поколение защитников Отечества, закона и правопорядка. Хоть уже сейчас и находимся в отставке, многие из нас, мы, наоборот, идем в бой, готовы помогать и родному Подмосковью, но и в том числе и теперь уже сейчас Главное управление МВД России по Московской области. Специалисты учебного центра стараются выпустить из своих стен настоящих мужчин и профессионалов. Это полицейский, который всей душой, всеми фибрами своей души будет отзываться на любую просьбу, любое чаяние наших граждан, который, не задумываясь, придет на помощь любому нашему человеку в любой ситуации, в любой обстановке, даже путем пожертвования своей жизни или здоровья. Таким полицейским является сын Валерия Тинькова, полный его тезка. Учебный центр носит имя его отца, Героя России, который трагически погиб в Грозном и ценой собственной жизни спас от гибели личный состав. Во-первых, я должен быть продолжением своего отца, продолжением его стиля поведения, его жизни. И я очень-очень благодарен тем людям, которые мне тоже помогают во всем здесь. И стараюсь быть помощью. Центр профессиональной подготовки имеет славные традиции. Благодаря этому учебному заведению понимаешь, что страна в надежных руках. Елена Бабина, Олег Федоров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.